Конфликтом она абсолютно не вызвана. Сейчас в учреждениях области подводятся итоги подготовки к осенне-зимнему периоду. И основной состав комиссии состоял со специалистов интендантской сферы, сферы строительной, то есть смотрели здания и сооружения и готовность к осенне-зимнему периоду. Был, естественно, и представитель кадрового аппарата, то есть проверка производилась и по моей линии, но она больше была связана со служебной подготовкой, ну и частично выяснение обстоятельств конфликта. То есть, естественно, Киев не мог оставить это как бы незамеченным. Но, в принципе, результаты проверки показали, что учреждения области к осенне-зимнему периоду готовы. Экономия энергоносителей налицо, здания и сооружения утеплены. По моей линии, могу вам сразу сказать, служебная подготовка проводится нормально, каких-либо грубых нарушений выявлено не было.